Одинцовский округ вновь поддержит массовую экологическую акцию «Наш лес, посади свое дерево», которая пройдет 11 сентября по всей Московской области. Ожидается, что участие в ней примут 25 тысяч человек. Активисты посадят в общей сложности около 230 тысяч деревьев и кустарников. Напомним, акция проводится уже 10 лет по инициативе Русского географического общества.